Добрый день, дорогие друзья. Сегодня среда, а четверг сегодня. Сегодня буду трактор загонять. МТЗ. Заталкивать буду Митей. Так как я его не заводил. Но надо сначала масло посмотреть у ясла. Еще ничего не смотрел, только помыл его. Как смог. Но было на улице минус 5. Так что это... Грязь была прилипла. Грязь, наверное, местами до сантиметра доходила. Ну, где осталось, где нет. Да, Лиза. Че, ты рада меня видеть? Ну, иди сюда, поглажу. Ну, иди, не стесняйся, че, сыро. Все, иди обратно. Стартер отсоединен. Ладно, пойдем в гараж посмотрим. В гараже навел порядок. Дверь поставил. В гараже навел порядок. Вон у меня теперь какой тут порядок. В гараже. Но там еще место отдыха оборудовать. И будет вообще нормально. И вот эти полки разобрать. Ну, такое большое это я вынес уже. О, еще один телевизор можно еще один наковать. В общем, вот, как-то так у меня. Пустота теперь тут. Сразу два человека ко мне обратились. Сказали, надо ворота тут сделать, чтобы сюда заезжать. Один говорит, перевариваться. Подписчик. А второй подписчик говорит, на тракторе заезжать, если что, чиниться. Но тут еще пол надо доделывать. Тут пол и яма тут. Яма есть, но надо доделать, в общем, ее. Ну что, буду загонять трактор. А сейчас ставлю, как я убирался. Посмотрите. Фильтры воздушным. Так, специальное масло. Какое специальное? Так, воздушное минеральное масло. Да. Че? Вот специально у меня в канистре, видишь, оставлено чуть-чуть. Оно, блядь, так-то дорогое, блядь. Литра 1200. Че, говоришь подписчикам, что вообще, что я... Что я... Что я... Как его, блядь? Как? Кудесник? Кудесник, да. Ну давай, благодари меня. Благодарю вообще. От всей души просто благодарю. Вот, собрали тракторок. Снимаю на телефон, камеру не брал сегодня. Собрали лучше, чем разбирали, ничего не помяли. Все хорошо. А что разбирали, помяли? Как это я... Чуть радиатор не проткнули. Чуть радиатор не сняли через двигатель. Ну давай, заводи, попробуем. Но только сильно не газуй так. Зажигай. Какая-то непонятная зажигай. Какая лампочка-то? А я же что, знаю, что там она показывала. Ключик? Не. Ну то надо ключик, у тебя там ключей мало, надо ключ на 17 перевернуть. Я думаю, вот это, наверное, вот это. Иди посмотри, что на меня записано. Ну давай. Самый левый, видишь, накалом горит. Как я электрик от бога, так сейчас я, да, посмотрю. Если что, паяльник есть, я тебя перепаялю. Свет, подожди, хоть у нас. Поморгай. Ну что, вот я вроде почти убрался. Осталось вот это железяки унести. Эти запчасти унести. Там ТНВД.
тачечку еще одну вывезти. На этом столе ключи разобрал. Набор почти дособирал. Осталась маленькая трещотка и маленькая отвертка. Верстачок под верстачком. Тут еще стеллаж этот разобрать. Ёб ты мать душу, урод. Сколько? Сегодня третий день. Не, второй. Убираюсь. Но сегодня целый день. Заебался уже. В общем, вынесу и загоню трактор. Но, наверное, это уже не сегодня, а завтра, наверное. Ладно. Сейчас покажу, как гараж выглядит. Ну что, вот загнал. Теперь будем чинить. Вот такой МТЗ. Он исправен, в общем-то. Посмотрю, ну, разокомплектован чуть-чуть. Посмотрю, солью масло в двигателе, в коробке посмотрю. Если все хорошо, заведу. Ну, провода тут сделаю, шланги поменяю. Там соляры, там сняты шланги, штуцера откручены. В общем, разберу, попробую завести. Аккумулятора ничего нету, стартер только есть. Попробую завести, послушать, как работает. Ну, в общем, пока не знаю, что делать. Будет приходить во время разборки. Придет это все. Все будем узнавать, что надо чинить. Ну что, ладно, продолжим. Ну что тут? Еще мимоходом скувал два этих пульверизатора. Один с зеленой канистры, другой с серой. Вот такие получились. Показывать уж не стал. Ну ладно, в общем, продолжим. Thank you.
что, ладно. На сегодня все. Завтра буду заводить. Как-то солью масло. Двигатель, коробка, посмотрю состояние масла. Потом поставлю шланчики, хуянчики, прикручу, налью соляры, поставлю аккумулятор и попробую завести. Ну что, на этом все. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Завтра еще будет видео. Коробочки. Еще завтра еще будет видео. Так что смотрите, ставьте колокольчик. Всем удачи и пока.